Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Амарок. Спасибо, что вы заходите на мой канал, смотрите мои видео. Надеюсь, прохождение God of War или по-другому Бог войны вам нравится. Ну а мы идем дальше по сюжету. Так, что тут Тимур Брок нам был не в скажет? восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Ха. Не стоит копаться в прошлом. Это правда. Умную Прошлое вещь для сказал. Историков. Надо же. Так, что там у нас Давайте можно к делу. сделать? Так, что у нас тут броня для рук? По-моему, мы... Так, клинки хаоса можно улучшить. Давайте-ка сделаем. Рукоятель для клинков. Так, ну это защиту добавляет. Так, ну-ка стоять. А сами клинки хаоса. Вот, можно улучшить. Ой, красота. Просто красота. Так, нагрудную броню мы улучшали. Можно вот это. Так, а мы, слушайте, мы же уже сделали такой. Вот все вот такие вот создать. Тут, правда, по показателям что-то такое себе. Ну-ка. Конечно, поинтереснее вы. Минус 10 и минус 14. Зато живучесть, блядь, добавится. Тут защита, но минус 12. Что-то такое себе, если честно, бля. Давайте оставим эти. Так, броня для бедер. Ага. Руны ослабляются, защита и зато живучесть, блядь, растет. Ну вот эти поинтереснее будут. Так, ну это надо продать все, что надо. Ой, все, что нам не надо, наоборот, продаем. Продаем. Не спорю. Нафиг нам это дело с вами валяется. У нас с вами и так нормально все. Это пускай будет. Это нам надо. Это тоже нам надо. Так, смотрим. Броня для бедер. Вот это вот поинтереснее. Правда, руны ослабляются, но зато она сама по себе поинтересней. Поэтому давайте ее сделаем. Почему бы и нет, да? Так, давайте выберем ее. Смотрим. Броня для Трея. Бля, тут 60 тысяч надо, зараза. Давайте лучше такую сделаем ему. Сейчас подзаработаем маленько. Давайте это создадим. Так, что у нас тут? Давайте отсюда выйдем. Так, не так ли мне тут такает? Так. Так, стоямба. Нам же броня с вами нужна. Броню. Можно что-то запиндорить. Руны улучшить. Так, это не то было. Давайте вот это добавим, чтобы по силе маленько нам сравняться. Потому что сила для нас нужная штука. О чем еще мы говорили? Так, подожди. Не торопи коней. Навыки, погоди, броня, оружие, оружие, где? Редкий предмет, это выбрать эти. Укси по навыкам. Давай, хер с тобой. Что-то тут еще лучше. Ой, красотища-то какая, открылись. Заодно это все дело сделаем.
Все, что? Это все? Так, это все. Погоди-ка, давай-ка посмотрим, как рукоять поменять. Ну, к делу. Ну, к делу, да. Левиафан. Это не то. Чего нужно-то? А из чего хочешь? Так, а мы же, по-моему... Ага, эти стоят. Что-то я не понял, как рукоять поменять? Или я просто туплю? То есть это я туплю. Она, наверное, сама ставится. То есть ты при покупке ее ставишь, да, все понял. Понял, понял, принял, принял, понял. Идемте дальше по миссии. Что там у нас с вами? Ну, а Трей, ты где там, блядь? Потерялся, идем, ё-моё. Будем дальше наваливать. Раз такая тема пошла. Повезло тебе, бля. Пернатая. Ну, давай-ка. Это чё, я так понимаю, нам сейчас в гору правильно подниматься надо будет? Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Да хрен знает, нам будет, кстати, заняться, я думаю, валькириями, потому что это тоже, блядь, интересная такая загадка. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. И? А. Стоять. Так, чё, кстати, давненько мы с вами не пробовали. Может, попробуем? Всё-таки завалим этих козлов, а? Как вы считаете? Приготовься! Слушай, хотя бы сейчас нас сразу завалить они уже не так могут. Ага. Ага. Чё, уже так на халяву у вас не получается, да? Не получается. Сучка такая. Вот сучки, блядь, страшные. Ну, не мешайся, блядь. И так страшно, ё-моё. Это точно. Есть тучки страшные. Вот тупые, а. Охуйте. Вот суки тупые. Тяжелый бой. Блять, я и не спорю, слушай, ну... Чувствуется, что мы прокачались с вами. Так нас уже на халяву, как говорится, не возьмешь. Вот от слова совсем. Так. Идем-ка, мы заберем. Что там нам положено с тобой? Что-то вкусненькое.
Пыль миров. Слушайте, полезный легендарный предмет. Легендарный. Идемте. Слушайте, прям поувереннее себя чувствовать мы начинаем. И мне это уже нравится. Так, проходим еще раз тот же самый путь. Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. Да я думаю, нет. О, думаю, нам до конца пути еще. Хим, а пока что идти и идти. Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. Ой, зазнался, пацан, ой, зазнался. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Ну, так-то да. А, то только это может. О! Ха! Ой, дурак. Ой, дурак, бля. О! Блять, а ты откуда взял? Куда эти уроды взялись, бля? Они ладно, идем. Не знаю, что они, друг мой, думали. Так, куда теперь? Куда? Куда-нибудь идем. А, понял. Остоять. Ой, дурной, бля. Так, смотрим. Я не вкурю, ну-ка, зайка, еще раз. Ай! Не то ты сделал. О! Ты не знал, а мы знали. Конечно, по жизням потеряли, пока этот балбес прием свой делал. Ну, как говорится, что сделаешь? О! Легендарный предмет еще. Так, давай-ка обратку. Идем-ка дальше.
Че, пешочком, пешочком, потому что я так понимаю. Знаешь, может, Брок все-таки да. Прав, и у Синдри правда руки кривые? Идем, че. Нам с вами, други мои, наверх. Все выше и выше. Опять в горе. Ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Так, надо поглядеть, что здесь. Так, а мы же здесь открывали. Да-да-да, открывали. Идем-ка в обратку. О! Готов, это понятно. Они не готовы. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же так, справлюсь. А в какую сторону нам? В эту или в ту? А, пошлите в эту. Что я сомневаюсь. С этой стороны народ вышел. Она была да и пойдем. Богини, и ты будешь говорить о ней с уважением. Ну, это ладно. Точно. Неси ее сам. Друг мой, тебе надо маленько повзрослеть, ты еще пока не готов. К сожалению, но пока что ты еще не готов. Поэтому вырасти сначала. Чуть-чуть. Ну да, ну да. А че бы нет? Я же сказал, что нам еще с вами, ой, как далеко. До верху. И нам тут прям просраться дадут с вами. Как ни крути. Они пытаются, пытаются, но, к сожалению, пока у них это туго выходит, но они, по крайней мере, пытаются. Если ты знал, что мы боги, зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас убить Йоганха? Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них? Ну, этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Еще один шум. Че сын сам не отрабатывает? Вот, что-то подсказывать ему постоянно. Взял сам разочек по ним, запульнул и все, и дальше пошли. Мелкий где там? Да ну ты брось, дебил. Давай быстрее, бля. Подъемщик маленький. О, другой разговор. Вот, лучше делом занялся, чем хуй подъебывает нас. Что он, видели, эти не попал. Засранцем растет. Маленький засранец. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрый. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Опять в гору. Опять в гору, бля. Тор обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец
назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Однако. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Наконец-то он стал, а маленькое это... Как скажешь. Принижать, а то что-то окрылился пацан сильно прям. Прям в себя сильно поверил. И это плохо. Это будет мешать ему. Причем будет мешать сильно. Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли? Да, нет, нет, я просто поглядеть. Разворчался, бля. Заколебала эта раскладка вылазить. Бесишь. Так, а здесь что? Подождите, а здесь мы, по-моему, с вами были, да? Да-да-да-да-да-да. Тут мы читали, там мы были. Нам сюда с вами и не надо. Чешем в обратку. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Стоит нам туда подниматься? Мне я кажется, что нет. Что, что будет нужно. Я помогу. Что... Нет. Это мы с вами спустили. Так что чешем сюда. Так, 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 давай. Не тупи, друг мой, не тупи. Скрипты. Все понятно. На! Ха! Нехило он с ноги дал. Дурень ты, блядь, а не бог. В прямом и переносном смысле дурень. Так что извиняй. Но нужен другой путь наверх.
Ах ты ж, блять, такие. О, вот это хотел сделать. Не давали ничего никак. Хоть стой, хоть падай, бля. Ебашь ты его, все равно надо. Стой, да стой. От того, что мы стоим, они сами не умрут. Забывает, забывает. Пошел в сраку, маленький засранец. Чё подъебывает, бля. Ты дурак, что ли, блядь? Поменяй стрелы. О, поменяли. Чё? Ой. Чё-то интересное. Ну-ка, стрелок опять меняй. Свет. Свет, это хорошо. Так, что там у нас дали? Дали, красота, еще сталь. Там нам делать нечего. А вот туда можно пройти. Так, это что? Можно вот туда там с вами. И вот сюда. Поэтому давайте сейчас сюда сходим. А там, как говорится... Ага. Да ты чё, угораешь? Во-во-во-во, нашел. Ну-ка, давай-ка еще. О, еще одна. Чё, еще и третья будет? О, четко. Эти двери нам открывать с вами надо. Там, я думаю, там много всякой вкусной штуки должно быть. Одна из семи, кстати, тайных комнат открыта. А это еще и сокрытый чертог Одина. Слушайте, не въебенно так-то, блядь. Пошли посмотрим, что там. Лишь бы нам пизделей, как обычно, не дали. Ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Надеюсь. Совсем справимся. Мне нравится твой оптимизм, да, друг мой. Слушайте, ну это эпично сделано. Опа. Что-то мне это совсем не нравится, честно. Так, что, вниз или вверх? Давайте сначала вверх посмотрим. Где нам быстрее пизделей дадут. Там или там? Письмена какие-то здесь имеются. Че, идемте. Так, говорит, получать пиздюлей так с музыкой, правильно? Валькирия в заточении? Опа. Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Я думаю, что это пока. Вот, кстати, первая валькирия. Мы с вами сегодня с вами о ней разговариваем. Вот и первая валькирия. Не знаю, что из этого получится. Давайте-ка сохранимся. Но мне кажется, пиздюлей нам дадут с вами. Как ни крути. Поэтому пошли. Вот теперь она тоже заметила. Бля, нихуя себе. Yeah.
сука, нихера себе на ебень. Да, блядь, как от нее защищаться, сука, не пойму. Блядь, да как это сделать? Не, вы видели? Нет, блядь, это я хуй знает, это мощь какая-то в натуре. Блядь, нихуя ты. Бля, нет, слушайте, это... Друг мой, значит это все, блядь, это слишком мощно, я в натуре вам отвечаю, блядь. Это слишком мощно. Не, мы можем, конечно, попробовать с вами пиздюлей повставлять, но насколько это у нас займет времени. Ну, ладно, давайте, будем пробовать. Но... Она мощная. Сука, да как от нее защищаться? Да, блядь, как ты это, сучка, делаешь? Исцели себя. Легко, блядь, говорить нам. Когда-нибудь тебе пиздюлей дает. Блядь, да как, блядь, мы половину только ей выносим, сучки. Бля, ебать она вас... Не, нахуй, я хуй знает. Это, блядь, это мощь в натуре. Ладно, давайте мы к ней еще заглянем, потому что... Это, блядь, мощно. Надо с ними отдельно, короче, поразговаривать. Так сказать, пообщаться с глазу на глаз. Это все дело отдельно сделаем. Слава богу, мы теперь знаем, где эта точка. И куда нам пехать. Давайте пока выше поднимемся. Нам надо чуть-чуть прокачаться по оружию, по всему. Так, достаточно мощная валькирия, я бы вам сказал. Не зря у нее такая темница. Совсем не зря. Мы с вами отдельную серию сделаем, где прогуляемся по всем темницам. Я думаю, и раскидаем этих говнюк. Их надо освободить. И потом, по-моему, с королевой аж драться. Ну, для начала мы с вами прокачаемся получше. Потому что пока что нам надо уровень повысить. Я думаю, уровни на 6-м, на 7-м, я думаю, можно будет к ним заглянуть. И каждую раскидать. Так, надо запомнить, что это здесь находится. Чтобы мы сюда с вами еще раз пришли. Че, почапали наверх? Слушайте, а серию, кстати, так и назовем. Продолжаем путь к вершине.
Ну, блять, Валькирия, конечно, у меня из головы не выходит. Ты не внемлешь. Мощь. В натуре мощь. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Слушайте, ну реально, местами он прям говнюком, блядь, особенно сейчас, прям. Подъёбщик еще тот, я смотрю. Интересненький лифт такой. Бля, красота в натуре. Там уже вон лёд аж. Ой, засранец, а. А вот ты где, блядь. Ой, чё это с тобой? Чё ты ему хреновасенько стал, как-то резко. Да заколебала ты раскладка долбаная. Так, я здесь ещё нахуй. Да, мне эта раскладка когда-нибудь доведёт, блядь. Интересно. Нихера себе. Что интересно придумал. И куда это может нас привести? Ну-ка. Интересно ж, да, посмотреть? Ну-ка. Иди к сын суды. Давай-ка поглядим, что там. Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. Ха! Может, познакомились с ним. Правда? Ну, и как все было? Опасно. Много крови, как обычно. Так, что это за хрень? Упс, читай. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Блять, да ну нахер, опять узнавать, а? Ой, бля. Давай-ка добивалочку. Ага. Все, хороший, кончаем его. Сука. Дурак, что ли? Лови топор. Тебе конец. Да это он уже и сам понял. Что ему кобздец, бля. Ой, слушайте, а сюда что-то открыть можно? А вот она для чего. Сейчас мы сделаем с вами это дело.
Так, а как его сюда закинуть? Ну-ка. Давайте-ка попробуем. Короче, надо как-то его... Сможем ли мы с ним подняться? Вот что надо посмотреть. Так, только сюда, да? Так, а ближе? Слушайте, во. Оттуда вот, чтобы раз, и туда. Слушайте, давайте попробуем, а чё нет, да? Скорее, пробежимся. Разошлись. Блять, случайно нажал. Давай, не выебывайся. Интересно, что из этого всего получится. Так, до туда убежать аж. Давай. О, есть такое дело. Что тут вкусненькое у нас? Что-то вкусненькое. Сильно руническая атака. Удар Гипериона. Ё-моё, давайте посмотрим. Нам такие штуки с вами нужны. Давайте-ка. Так, он стоит, да? О, слушайте, ничего так, ё-моё. Так, все, понял, принял. Так, ну чё, с таким ударом-то мы сейчас посильнее с вами станем. Так, давайте-ка еще маленько, я думаю, мы на этом с вами серию закончим. Мы уже к следующей серии вернемся дальше. Удары всякие, не удары. Давай-ка вот это возьмем. Здрасте, ёпты. Блять, ты затупок, сука, молодой, иди сюда. Я ему в одно место, он мне в другое стреляет. Не особо. Но ты все равно затупок. Так, не крути, бля. Ага. Да красавчик, только он уже упал, ну. Ты балбес, блять, в натуре. Понтов много, а вот сын. Нужных вещей нифига. Ты что, не важно, иди читай, не важно. Так, други мои, что у нас там по времени? Так, по времени уже пора заканчивать. Поэтому сюда, давайте идем. Я справлюсь. Сын. Ой, опять он справляться будет. Да ты задолбал, бля. Давайте сейчас этого раскидаем. Точно, особенно с тобой, супергерой. Слушайте, чары холода. Риски редкий предмет. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Е. И чары холода. Это куда?
Это сюда, наверное. Так. Нет, это рука. Слушайте, а вот, кстати, рукоять я где нашел. Все правильно, она стоит. Так, куда чары у нас вставляются? Чары в броню, что ли, вставляются? Ага, ну-ка. Давай-ка эту поставим. Так, дождем холода. Дерзости, теней, бля. Слушайте, а где холод-то? Это решимость, ё-моё. Чё-то я не вижу. Что-то то ли я дурак, то ли эти не круглые, бля. Куда холод? Нет, это рунические атаки, бля. И это. Это рукоять. Все, значит, только тут вставляются. Ну, что-то я, слушайте, здесь и не вижу, ё-моё. Ну, ты давай еще раз. Храбрости, потерянный знак. Где эта чара-то холода, ё-моё? Может, она для мелкого? Не-а. Ладно, хрен с ней. Так, народ, ну чё? Я думаю, давайте-ка мы с вами на этом закончим. С вами был Александр Амарок. Спасибо, что вы со мной смотрите мои видео. Это был God of War. Не помню уж, какая по счету серия, но мы уже потихоньку приближаемся к концу. В общем, давайте увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.